Ну что, друзья, следим, как всегда, за последними обновлениями ВТБ онлайн и так, какие у нас нововведения. Детские пособия с банком ВТБ. Добавим 2000 рублей детским выплатам при получении первого пособия на карту ВТБ МИР. Воспользуйтесь сами или расскажите знакомым. Платежи без комиссии, оплатить ЖКХ, школу, детский сад можно без комиссии. Ну и защита всех детей в семье до 43,5 миллионов рублей. Бесплатное страхование детей от трудноизлечимых заболеваний действует для всех детей в семье до 18 лет, даже если пособие получаете на одного ребенка. Вот такие вот нововведения. До этого, друзья, значит, это было исправление, как бы. Короче, процентная ставка по, значит, вкладу сейф изменилась с... Значит, с 21%, потом до 18%, и сейчас 15%. Друзья, вот, собственно, и все. Надеюсь, вам было полезно. Всем пока. Ссылка в описании. Всего доброго. Всем пока. До свидания.